Активисты волонтерского центра «Единая Россия» Одинцовского округа ежедневно проводят рейды по контролю за соблюдением масочного режима. Особое внимание волонтеры уделяют транспорту. На днях в территориальном управлении Никольское они проверили автобусы, а в лесном городке – железнодорожную станцию. Волонтеры отметили, что у большинства пассажиров автобусов и электричек маски были в наличии, а тем, у кого ее не было, вручали средства индивидуальной защиты бесплатно. Кроме того, активисты проводили информационную работу с гражданами.